Всем привет, ребят. Хотел сказать доброе утро, потому что нормально выспался. Забил на все, поспал. И сегодня у нас будет дальше обзорчик на скины. Показал я вам новые скины. Там ребята спрашивали, добавляется ли что-то. Нет, ребят, добавляется только статки, параметры от скина. Никаких дополнительных возможностей нет. Только атрибуты улучшаются, как обычного скина. То есть... Вот скин эффект от этого скина, от этого, а вот суммарный получается. То есть, видите, суммируется первая вкладка со второй, вот так вот. И все, то есть у вас новый вид героя, новые статки, как бы. Ничего такого, скажем, особенного нет. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, что это опять же донат. И опять же, оно нафиг. Не надо было. Так, с этим мы разобрались. У меня появился еще один скин на землеройку. Рипер здесь он называется. То есть его скин дает жизнь атаку, как видите. Ну, потом дальше будут следующие улучшения. Поехали, посмотрим. Покажу вам еще скины еще разок в действии. Ну и посмотрите на него и сбегаем сейчас на угольную армию. Вот так вот он выглядит. И самое интересное, ребят, это мега-мега удача была. У меня выпала сразу же пятая ремка со скина. То есть, как видите, английский сервер реально как-то он подкрученный. Здесь я, конечно же, хочу... Не буду качать ремку ему. Ну, я рунами могу поставить. Я хочу попробовать его с оживой. Ожива плюс новый талантик рунами. Сейчас мы это тоже протестируем, посмотрим. У меня вот есть две штучки. А там, по-моему, у нас надо три. Да, видите, я не смогу. Ну, поставим пока семерку. Надо будет забрать еще. Сделать одну семерку с шестерок и... Сделать максимальную восьмерку. Давайте сейчас поменяем. Словим оживу. Я думаю, это здесь будет недолго. Вы знаете, как обычно, можно ролить, ролить, ролить. С ремками тут как бы никаких вопросов нет. Я показывал видос, где я искал новые таланты эти. Маскировки на английском сервере нереально круто падает. Конечно, есть какая-то, знаете, закономерность, какие таланты хуже падают, какие лучше, но в принципе мы все вытаскивали. Но есть талантики, которые реально плохо падают. Это там железная воля, очень плохо раскол. А вот ремки полным ходом, это радует, потому что без доната есть возможность нормально. Хоть есть шанс, скажем так, выше, чем на других остальных серверах. Ну давайте, я уже хочу идти тестировать. Конечно, его скин смотрится, я вам скажу, очень даже прикольненько. Вообще, это как обычно, знаете, хочешь чем побыстрее, а получается как обычно. Как всегда. Можно также потестировать. Вот я показывал выживание. Тоже очень круто. Должно смотреться на нем. Вот смотрите, сразу же выживание. Ну, талантом смысла нету его ставить. Лучше оживу плюс рунами. Но тогда инвиза не будет. Минуса героя то, что он... Не дальнего боя, медленноватый. Так, пакт. Кстати, я хотел с пактом его затестить. Делаем. Не, ладно. Сказал оживу, значит оживу. Такс, потом с пактом протестируем еще разок на максималке. Так, есть такая вот сборка у нас будет. Давайте сюда еще ангела поставим. Поехали, посмотрим на героев еще разок. Скин Анубиса реально очень обалденный. Не знаю, мне он так зашел. Многие там писали как-то не очень. А вот Фрея, не знаю, Фрея, как по мне, вот это не очень. Асура,
Тоже у него как бы скин, ну, посмотрите, как он работает, вот фиолетовые такие, такое себе. Но вот Анубис нереально крутой. Сейчас он включится. Вот посмотрите, какая у него аура. Доспех идет, и плюс еще аура вокруг. Он просто мега крут. Вот кто-кто, а Анубис мне больше всего понравился с этих скинов. Ну, вот так вот выглядит скин на нашего нового героя. Сейчас пусть зарядится, у него быстрый заряд. Не получилось. Видите, всего лишь слили Минотавра. Давайте попробуем в этом, в экспедиции. Так, у меня смотритель тут. Вот посмотрите, то есть зелененьким таким, ну прикольно смотрится, конечно же. Реально очень круто. Такая, знаете, как волна. Ну, в принципе, скин сам по себе вот реально неплох. Вот сейчас он реально круто смотрится. Не знаю, в этом, ну, такой вот скин мне больше нравится, чем предыдущий его. Чем, точнее, он без скина. Если взять того же самого Анубиса. Вот аура у него включилась. Вот как-то так он смотрится. Вот тоже, в принципе, очень-очень даже прикольненько. Замесовал. Видите, огонек такой, вот реально тоже круто. Вот Анубис сейчас реально как Анубис какой-то, знаете, вот круто смотрится. Действительно, они не добавили там ту фигню, которая была там с бейсбола. Ну, Асура это ни о чем, честно говоря. Ну, такое, в общем. Так, ладненько. Давайте сбегаем на угольную. Хочу там посмотреть на это все действие. Так, давайте воодушку. И потом, если хотите, запишу вам обзорчик уже с оживой, с этим талантиком. По идее. А, давайте что потом. Давайте сейчас. Он у нас должен оживляться. Сейчас только его одного оживим. По сути, даже вот посмотрите, третья 4,5 секунды, он просто урона меньше получается. И все, и скорость атаки даже минимальная, и тоже будет очень круто на этом герое смотреться. То есть любой талант круто смотрится, точнее, эмблемой вот с этой серии. И атаки, посмотрите, сколько, 6400. Это будет новый, скорее всего, топчик. Поэтому это только седьмая. То есть эмблема реально очень крутая. Поехали. Так, блин, у меня смотр есть, ну ладно. Вот он раз ударил. Второй раз ударил. У него быстрый набор, то есть это тоже очень круто. Так, ну тут его не сольют уже. Героев сносит он очень круто. Я это уже показывал. То есть по урону он просто нереальный какой-то. Ну давайте отсюда посмотрим. Вот его ударили. Слили. Посмотрите, он огника просто ушатал. Афинка бьет. Опять винвиз. Тотем. Опять слился. Вот сейчас реально он должен. Ничего себе, ворожей выжил. Все, он слился. Ну посмотрите, героев разобрал, и причем хорошо так разобрал. Фрэнки, стрелок. Ну, реально, герой для PvP очень крутый. Вот такая вот сборка, мне кажется, будет самая
топовая на битву гильдий. Поэтому посмотрим, посмотрим, что он себя будет представлять. Но, блин, круто. Давайте теперь я быстренько на угольную забегу. Потестирую там этих героев. Возьмем. Давайте возьмем всех автопрокеров. Вот он тоже автопрокер. Так, фрейм мы брать не будем. Анубиса мы возьмем вот такой вот сборки. Неатакующий. Бугимен то же самое. Хотя у Бугимена можно ставить и с пактом. И Анубиса можно было бы в принципе собрать. Ну ладно. Не буду сейчас перекачивать, это долго будет. Так, подушку. Вот, кстати, интересно еще будет потестировать героев. Ну, хотя, в принципе, какая разница. У них атака увеличена, на любой отражалке сольются. Делаем вот так. И затестирую вам, кстати, сегодня. Постараюсь сейчас закинуть видосик с Розой на максималочке. Так, есть. Давайте еще Бигфутика тестанем. Я, кстати, на него вам обзор таки не сделал. Я надеюсь, успею. Да, еще успеваю. Так, давайте так. Ставим Бугич. Наверное, Ворожея взять сюда, что ли. Сейчас посмотрим. Так, Анубис есть. Сердцеедку мы пока не трогаем. Новый. Так, и тыковку. В принципе, можно и тыковку, чтобы быстрее убивали. Тыковка 30-й прорыв. Я думаю, нам этого должно хватить. Я уже показывал. Надо сделать вам обзор на тыкву на 30-ке. Так, что мы сюда поставим? Ну, давайте на всякий случай оживу. Мало ли. Поехали быстренько затестим, посмотрим. Можно было бы и Хрона поставить, было бы посильней, получше. Ну круто, вот посмотрите на скины, как круто смотрится Анубис. Реально очень круто. Доспех плюс это, ну, нереально. Вот скин Анубиса мне, наверное, сегодня больше всего нравится. То, что они сделали с ним. Реально постарались. Роза у нас выбежала, надо прятать. Всех ближнего боя героям надо прятать. Видите, что получается. Ну вот скин нового героя тоже очень-очень крутой. Мне вот он больше нравится реально. Блин, там уже два демона. Отлично. Вот вам 30-е прорывы на максималке. То есть я могу бегать тут без отхила фактически. Плюс землеройка блокирует скилл.
Анубис, ну посмотрите на это, реально круто все смотрится. Ну, 649. То есть вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосика с Розой. Всем удачи, всем пока.